проверил второй транзистор 4,5 ампера, то есть потребляет 4,5 ампера, который на AliExpress покупал. Тоже его проверить думал, может это один такой транзистор. Это видно, что все такие транзисторы с AliExpress, они послабее ток держат. И непонятно, на каком они напряжении вообще могут работать. Вот этот AliExpress, и этот AliExpress. Вот 4,5 ампера. А вот этот 5,1 ампер потребляет. И лампа ярче горит от него. Уже горячий. Моментально нагревается. Вот еще раз. Старый мой транзистор ERF640N. Который я в магазине покупал. Наверное. Вот он даже с первого раза не запускается. Вот 5,1, 5,2 ампера, может 5,3 даже. Вот уже 5,5 ампер потребляет. Лампа намного ярче горит. И пока он вот не теплый, не греется, как те. Когда он начнет греться, все моментально уже горячий становится, уже их корпус горячий становится. Тут не скажешь, что тут винтики сильнее прикручены, вот тут и на гайке, но тут в этом причина. Вот он пока еще такой еле теплый, его корпус. Этот бы вот сразу бы нагрелся, чтобы горячий был уже бы. Это тоже бы. Хотя вот тут он немножко так не доходит, некачественно немножко. Но все равно вот уже сколько, и как бы весь радиатор прогревается, и транзистор не становится таким горячим. Как-то не думаю, что это от гайки, или что он там очень сильно прикручен, прижат. Вряд ли от этого он так слабо греется. Вот эти уже радиаторы примерно такие самые. Даже выше стоит немного. Он сразу очень быстро нагревается. Этот вот уже сколько вот жду, радиатор чувствуется, что теплый становится, чтобы в этом месте горячий. Но сам вот корпус этот пластмассовый не чувствуется, чтобы он там был горячий, и надо него держать нельзя. Вот я себе спокойно держу его. И вот я не могу держать. И ничего не становится. Вот уже теперь начинает и чувствовать, что он становится горячим. Уже трудно сейчас будет держать его. Вот он уже стал горячим. Ну вот, алиэкспрессный транзистор опять прикрутил. И теперь прикрутил вот тут, ну, на среднюю ножку. Провод они тут подцеплял, потому что, ну, тут может в изоляции вот этот корпус, и он там контакт, можно сказать, нехороший. Может так подумать, хотя тут ни при чем же. Все равно должна тогда это место греться, а не транзистор греться. Ну давай, теперь посмотрим, насколько он нагреется. Алиэкспрессовый транзистор. Вот 4,5 ампера. Все уже становится горячим.
Все удержать нельзя. Вот так быстро нагревается. Так что поделки. Транзисторы пониженные, у них повыше сопротивление. Ну либо тут очень качественно сделали и сделали сопротивление ниже, чем есть, чем пишется, и поэтому он лучше. На самом деле, может, тут и как и под это шито, но просто раньше транзисторы ранее делали за с лучшими параметрами, чем есть на самом, чем пишется. А теперь делает все, как пишется, и поэтому, может, теперь хуже. А может быть, схитрили и подделку сделали. И заниженные параметры, мне кажется, что больше вероятно, что тут заниженные параметры. Ну и поэтому они дешево стоят. Может где-то в 5 раз дешевле. Тут один где-то стоит примерно. Или может тут 80 центов один стоит, а тут 2 80 евро центов, а тут 2 доллара, там где-то 50 стоит 10 штук. Так это получается где-то 2,2 евро тут стоит 10 штук, а тут 80 центов один стоит. Он, если покупать 10, так будет 8 евро. Ну, там где-то в 4 раза дешевле. Почти 4 раза дешевле. Но если их на параллельно ставить, то может и окупится все равно.